Всем привет, с вами дядя Володя Страшный. Вы просили про дубас на чмо сделать. Но на чмо, на чме, про дубаса сегодня не будет. По простой причине. По той причине, что я только что сделал про дубас на бабушке. И определил, что очень скользкая дорога. А посему, ну и вон нафиг, это чмо. Потому что резина здесь пластиковая, сами видите, никакая. Но чтобы как бы, потому что возьму-ка попробую сделать сейчас продубас на эсерчике. Правда, его тоже выволакивать тут проблематично. Ну ничего, я себя напрягу. Но прежде чем сделать продубас на нем, надо его попробовать завести. Ну, я думаю, что в заводке не составит никаких проблем, никакого труда. Что как-то я уже вам показывал. Так, что аккумулятор здесь в ноль осаженный. А заводится он прекрасно так. Подсос у нас с прошлого раза открытый. В прошлый раз это было, наверное, месяца два назад. Или полтора показывал вам. Бензин тоже открыт. Только надо подвести. Запыхтел. Пусть постоит, погреется. Я тем временем трап вот тот приготовлю для выезда. Мы будем делать продубас. Без лишних слов, ребята. Вот это компрессия. Опа. Буксуй. Дядя Володя сыт. Передача. Уводит. Ну, резина что? Китайский пластик. Она же дорожная резина. Сейчас третья передача.
На третий буксует. Держу передний тормоз, отпускаю и не едет. А вдруг зацепит. Пошел, 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 пошел! Ребята, всем спасибо, всем пока.